Всем привет, с вами Друманин Дрин, и это очередное прохождение, дальнейшее за нашего некого полого субъекта, и я хочу сразу же кое-что начать сделать. Насколько вы помните, кто смотрел мое прохождение, тот помнит, что мы оставили некого рыцаря сидеть под дубом. Я считаю, что это неправильно, и нужно избавить его от мучений, так что давайте этим займемся. Просто, как бы сказать... Это какой-то неизвестный рыцарь, он сидит, вроде говорить с ним нельзя, и, по-моему, для сюжета он не нужен, так что давайте его убьем. Может быть, он что-то ценное нам за это даст. В смысле, своим трупом. Сейчас же постараемся убрать эту нежить, которая нам мешается. Все равно с двух ударов играется. Это не везет же. Что раньше, что сейчас? Ну, зато сейчас гарантированно с двух. Раньше еще можно было три. Загнать. Да, зомбаки. Нравится, когда вас магией отпиливают. Ну, в общем, что хочу сказать. Кое-кто мог заметить, что я прикупил магию порчи, тьмы. Некоторые называют ее абис, то есть бездна с перевода английского. Но я предпочитаю ее назвать темной магией. Dark Magic, все дела. Обычно, когда есть тьма, там и цвет, то есть вот, и в игре Dark Souls также есть... Помимо светлой магии, темная, конечно, это не некромантика или что-то подобное, но в ней есть свой шарм. Ничего толком не изменилось, не бойтесь, я просто нашел вот эту вот шарлатанку, она открыла мне дверь, и я, собственно, прошел туда и вот прикупил магии себе немножко. Ой-ой-ой, отстаньте от меня. Господи, да отстань! Да, он уделан. Давайте слегка подлечимся. О, я раньше этого прохода не замечал. Как-то резко так его заметил. Ну вот и хорошо, может быть, тут что-нибудь найдем. А впереди там, короче, клад написали. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, 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 уйдите. Да нет, уйди, не лезь. Ой, ой-ой-ой-ой. Все, уделали их. Как же неудобно сражаться в узком проходе. Для этого, видимо, соответствующие заклинания нужны, но их нужно сначала еще получить. Парень, видимо, вот тоже с ним столкнулся, с ними, и они его столкнули. По-моему, это печально. Все-таки парень старался тут пройти, хотя, возможно, и не парень, а дама. И вот так вот кончил свою жизнь. Ха, не смог увернуться в силу, вот печаль. Еще раз не смог. Так, давайте пойдем попробуем забрать тот лутик. Посмотрим, что там. Надеюсь, хоть что-нибудь ценное, типа человеческой фигурки. Короткий меч и душа попавшего мертвеца. Мы сможем использовать короткий меч? Кинжал, нож бандита, короткий меч. А, нет. Нельзя. Мы только сломанный меч можем использовать. Это напрягает, знаете ли. Потому что, ну, нет у нас нормального оружия ближнего боя. В идеале, вообще-то, бы прокачать силу надо бы и ловкость немножко. Но я считаю, что найдется еще оружие под силу и ловкость. И, ну, вот, фу, блин, вот чушь говорю. Я думаю, еще найдется оружие чисто под интеллект. И, я думаю, он же... В общем, под интеллект и... какую-нибудь, я не знаю, веру, и его можно будет поднять без силы и ловкости. Я думаю, может быть, мы еще найдем такое оружие. Кстати, давайте-ка я сфоткаю этого парня, он так красиво выглядит. Ну, сейчас тут, по-моему, лутик где-то видел, да-да-да, вот он лутик. И вот этот вот парень, он живой, надо его уделать. Не дать ему встать, помешать нашей битве. А, опять ранили. Ладно, давайте его сфотаем, я себе сфотаю его на память. Люблю всех фотать. А, ну только сейчас надо поставить бинокль. О, где он, бинокль? Вот он. А, так, только бы и не ударить его раньше времени. Подождите. Сейчас я тут разберусь. Так, сейчас вернем обратно интерфейс, пока ненадолго. Во. Отлично. Теперь давайте уже его уберем и сфотаем этого бравого рыцаря. Сейчас этот фантом пропадет. С разных ракурсов его так пофотаем. Смотрите, даже эффект размытия есть. Смотрите, какой-то грустный у него, стрелы в голове. Он, знаете, печальный.
Даже убивать его не хочется, на самом деле. Но придется, он, видимо, полый, и я скорее ему услугу окажу, убив его, чем оставив его в таком вот состоянии. Ну, он достаточно легкий. Конечно, тогда бы я его вряд ли завалил, но сейчас, когда у меня есть вся моя магия... Посмотрим, сколько магии тьмы отнимает. Она не очень... Ну, отнимает достаточное количество, плюс еще и станет огненадолго. Вот и все. Пока, парень. Надеюсь, ты умер не зря. Меч рыцаря Хейда. Я уверен, что мы его использовать не сможем, но, по-моему, меч неплох. Меч рыцаря Хейда. Вот он, меч рыцаря Хейда. 11-10. На, использовать мы никогда ничего подобного не сможем. Ну ладно, пойдемте, теперь мы его убили, и я кое-что вспомнил. Оказывается, мы еще не проверили все двери в лесу павших гигантов той крепости. И я считаю, что нужно вернуться, потому что там может быть еще более ценный лут, чем мы нашли. И, ну, как всегда, нужно все проверять, на всякий случай. А вось да повезет, вдруг мы найдем что-нибудь интересное, или какой-нибудь новый проход, или еще что-то. Лес павших гигантов и второй костер. Так, насколько я помню, нас через короткий путь можно туда быстро добраться. Наверное, я даже вызову какого-нибудь человека нам на помощь. Ну, кто знает, что тут там прячется, вдруг там что-нибудь такое серьезное. Cat Juice, давайте, он такой сильный, выглядит крутым. Давай, приходи к нам на помощь. Кстати, смотрите, у нас какой-то шлем вот на нас. Ну, я не знаю, если присмотреться, то можно сказать, что он даже смотрится. Такой безликий, знаете, взгляд, страшный, ужасающий. И привет тебе, парень, привет. О, я маг, а ты у нас, видимо, рыцарь сокольничий. Шлем, по-моему, у тебя, или этот, я не знаю, униформа дранглика. Ну, добро тебе пожаловать в мой мир. Надеюсь, мы с тобой скооперируемся. Ладно, пойдем. Ты у нас будешь танчить, я тебя буду прикрывать. Надеюсь, что мы с тобой подружимся. Люблю с людьми общаться в этой игре. Конечно, тут очень много хамов стало. То есть они не здороваются, кидаются в тебя, хиляются. Вообще мерзко все это наблюдать. А вот тебя мы, пожалуй, убьем. Осколок титанита, целых два. Ну это неплохо, на самом деле. Пойдем. Ну ладно, спасибо, ты захотел обеспечить себе и мне души. Молодец. Я, кстати, слегка качнулся. Ой-о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 й
не применяет лишний раз. Вот это та самая дверь. Давайте проверим ее. Использован солдатский ключ. Блин, честно говоря, в этой игре так можно легко заплутать. Я вот даже забыл про эту дверь уже. И еле-еле про нее вспомнил, когда путешествовал тут. Осматривал все. Не знаю, что я сюда в прошлый раз не зашел, но вот в этот раз посмотрим, что у нас тут. Cat Juice. Какой-то странный парень, я не знаю. Ну, по-моему, это девушка. Такой ник девичий. Ну, мне так кажется. Давай посмотрим, что у нас тут есть. О, да, у нас тут есть труп, какая-то гигантская голова. Или что это? По-моему, голова, вон, видите, тут рот, а тут, видимо, шлем. Он там уже ждет. О, сколько кровавых пятен и всего появилось мигом, и все, миг исчезло. Давайте похиляемся. Я думаю, что там что-то нехорошее. Да уж, столько кровавых пятен. Ладно, пошли. И я угадал. Ничего хорошего. Этот недоорел привез к нам какую-то тварь. Слушайте, так это тот самый парень, который за нами охотился. Мы с ним еще сражались. Ну, вы помните. Черт, он опасен. Он меня тогда-то изколошматил. Я от него еле сбежал. Правда, я хотел с ним продолжить бой, но я уверен, я бы умер. Ну и давай, парень. Буду экономить на тебе мои стрелы. Ох! Вот, вот этими вот чарджами он напрягает. Черт. Я стрелять даже не успеваю. Ой! Ой! Ой-ой-ой! Спаси, Cat Juice! Давай, стреляй! Нет, нет, нет! О, нет! О, нет! Это будет долго. Это будет тяжело и долго. Так, с новым помощником Кайлом мы вернулись к этой твари и будем
продолжать нещадно сражаться с ней. Черт, насколько же он силен, насколько же он силен. О, давай ты с ним сражайся, я постреляю. Ой, нет, 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 нет. Отстань. О, он сломал. Он сломал ее. О, у меня вроде неплохо получается его дамажить. Слушайте, это очень сильный босс. Я думаю, в одиночку бы я с ним не справился. Если справился, то бы долго сражался с ним очень. Он очень силен. Очень. Но моя магия очень мало дамажит. Причем сам он нещадный дамаг наносит. Страшный босс. Страшный. Не ожидал, что такие еще остались. Я, конечно, возможно, убиваю все прохождение в коопе, но, блин, я маленький хилый маг. Откуда у меня сила победить вот этого вот преследователя? О, ну я хотел добить его. Ну, спасибо тебе, парень, ты неплохо сразился со мной и помог мне уничтожить его. Кольцо клинков и душа преследователя, отлично. Еще буду знать, как получить оружие боссов и броню, и будет вообще шикарно. Давай еще раз. Прощай, большое спасибо, что ты мне помог. Бывай, обязательно с тобой встретимся. Так, и вот открылся проход. Да уж. Это был очень страшный босс. Я думаю, в одиночку бы я с ним не справился точно. Ну, надеюсь, что еще больше не придется. Что у нас тут? Увы, ничего не происходит. Очередной мертвый гигант, и опять ничего не происходит. А тут у нас, о, еще одно гнездо. Возможно, так же с воронами. Ага. Какой-то петух меня украл. Это гнездо петуха было. Понесло. Черт знает, куда меня понесло. И в итоге у нас унес куда-то за море далеко. В какую-то крепость. И выкинул. Достаточно неаккуратно. Свинство! Это было бы страшно, если бы порталов не было у костров. А так это изичь вернуться обратно. К тому же сразу же костер стоит. Вон моя гигантская тень. Да, пожалуйста, хватит. Не садись за костер. Я же не просил. Зад. Да, то. А, ну и что же нам тут делать? Давайте-ка, пожалуй, вернусь в Манжилу. Я, кстати, хотел кое-что сделать, я забыл. К тому же надо потратить эти души, потому что я уверен, что я их потеряю в ближайшее время. И надо куда-нибудь их пристроить. Привет, мадам. Да, я проклятый, я знаю, спасибо тебе большое. Я без тебя ни за что не понял. И прокачиваемся. Значит, жизни, стаминка. И, наверное, еще только на уровень у нас хватит. Ловкость 21.21. Адаптацию. Давайте ее качнем. Не знаю зачем. О, опять этот странный тип. Да, конечно, уже другой, но костюм тот же. Ладно, полетели обратно в эту забытую крепость. Ой, блин, я же забыл это сделать. Я прилетел за уровнем и забыл сделать основное дело. Ну, придется опять возвращаться вот так вот. Я считаю, что это все равно пошло обзваливание в игре. Вот такие вот порталы и костры. В следующей игре там уже сейвы придумают на месте. Quick save. Я считаю, это будет плохо. Это плохо. Чем больше их, тем хуже. Вот, я хотел кое-что сжечь. Вот, очищенный костюм. Ну, давайте хотя бы посмотрим, что это. Я не знаю, что это нам даст. Некая сила укрепила флягу с эстусом. А, ну, как я и думал, что это флягу с эстусом укрепляет. Правда, я не знал, на каком костре ее сжигать. Вот решил в главном сжечь, потому что это как бы Нексус во все пути, куда мы путешествуем. Это наш такой ключевой поинт, и отсюда мы можем попасть в любой мир, ну, в любой костер. И эстус всегда у нас будет прокачан. Фляга с эстусом плюс один. Ну ладно, всем большое спасибо. На этом, пожалуй, все равно закончим, потому что тут уже новая локация, новое исследование. Босса мы победили. Вам же большое спасибо. С вами был Друманиндрин. Обязательно увидимся в следующих сериях. Всем удачи, спасибо. Пока.